то время, когда Николай Лобачевский управлял Казанским императорским университетом, было сделано множество научных открытий, в которых университет принимал участие. Одно из самых важных событий того века началось в 1819 году. Именно тогда Иван Симонов, выпускник Казанского императорского университета, вступил на борт шлюпа «Восток», намереваясь совершить кругосветное путешествие. Иван Симонов был единственным ученым в этом кругосветном путешествии, так как заграничные ученые, которые должны были присоединиться к экспедиции, сделать этого не смогли. В 1819 году Академией наук и Адмиралтейством России была создана экспедиция кругосветная по Южным морям на двух шлюпах «Мирный» и «Восток». Симонов, он там был как астроном, географ, геолог, этнограф. И вот все образцы, которые были привезены оттуда, а их общее количество 180 было, вот, были привезены именно в Казанский университет и потом были распределены по разным музеям. По результатам кругосветной экспедиции моряками был открыт южный полярный ледовый материк Антарктида. Кроме этого, Иван Симонов привез в Казанский императорский университет большое количество геологических, зоологических, а также этнических экспонатов, которые по сегодняшний день хранятся в музеях университета. С рядом интересных музейных предметов. Это была достаточно большая коллекция раковин, морских раковин, среди которых много интересных экземпляров. В первую очередь, может быть, с той точки зрения, что все они были именно в то время, именно в тот период выловлены из естественных мест обитания. По возвращению в Казань Иван Симонов в 1822 году стал профессором астрономии Императорского университета, а позже его значительный вклад в науку страны позволил ему в 1846 году занять ректорское место. Олег Ашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.